В Республике Молдова в рамках Дней российского кино пройдет кинофестиваль «Свидание с Россией». Мероприятие нацелено на укрепление исторически сложившихся культурных и общественных дружеских связей между молдавским и российским народами. Фестиваль проводится при активной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Молдова, Посольства Российской Федерации в Республике Молдова, правительства Москвы, представительства Россотрудничества в Республике Молдова и фонда «Русский мир». Программа кинофестиваля в Бельцах следующая. 16 ноября. Картинная галерея имени Антиоха Кантемира. 12:00. Пресс-конференция. 12:30. Открытие фотовыставки и киноплакатов «Шедевры Молдова Фильм». Участвуют Александр Василаки, директор киностудии «Молдова Фильм». Николай Гибу, режиссер. Ефросия Добынде-Волонтир, актриса. Борис Галкин, артист. И Инна Разумихина, актриса. 13:00. Музыкально-поэтическая программа «Дайте родину мою» с участием Бориса Галкина и Инны Разумихиной. Кинотеатр «Патрия», 16:00-17:30. Ретроспектива фильмов Михая Волонтира. Показ ленты «Виновата ли я?» режиссер Николай Гибу. 18:00-18:20. Открытие 4-го кинофестиваля «Свидание с Россией». 18:20. Концертная программа. 19:00. Премьера фильма «Огни большой деревни». 17 ноября. Кинотеатр «Патрия». 12:00. «Россия детям». Показ лучших мультфильмов 2015-2016 годов. 14:00-14:40. Семинар «Новое кино новой России». 14:40. Показ кинокартин молодых кинорежиссеров России «Телли и Толли» и «Находка». 18:00. «Вечер памяти Михая Волонтира». 19:00. Закрытие кинофестиваля «Свидание с Россией». Премьера фильма «Тряпичный союз». Фильм...